Привет всем, вы на канале Beer и Game. Мы продолжаем проходить игру Муртопия Classic HD, прохождение Загоруспика. Остановились мы с вами на третьем, если не ошибаюсь, на пятом даже дне. На пятом дне, уже пятый день. И мы что должны были сделать? Мы должны были копить с вами желтые таблетки, да? Медикаменты надо. У нас есть 30 штук, но оказывается их еще больше надо. Так что. А где их взять? Будем сейчас лечить здоровье, ходить по аптекам и собирать эти таблетки, потому что они нам понадобятся. Вот где у нас находились магазины вот эти все? Может быть, вот здесь, кстати, здесь вот я не помню, какие здесь магазины были. Можно, в принципе, вот сюда сходить. В любом случае, нам надо бинты, жгуты, все это надо приобретать. Нам нужны медикаменты. Медикаменты, да, очень много их надо. А зачем? Вот. И денег у нас тоже имеется нормально. Потому что они нам для задания понадобятся сегодняшнего дня. Да? Да, у нас, кстати, сейчас. А что, их жрать, что ли, надо будет? У нас сейчас 12 часов ночи, поэтому так темно. Да? Да, вот нам написали. В комментариях, да, что надо 50 таблеток. Мы, я думала, 30 надо. А что за задание? Так что, их жрать все надо, что ли? Нет, это, видимо, они нам для... Кто-то у нас, может быть, попросит эти таблетки. 50 штук? Да, 50 штук таблеток попросит. Но нам взамен, может быть, денег дадут или что-нибудь дадут. О, деньги? Или просто... Или просто задание какое-нибудь дадут. Там вот магазин с мясом. Жрачка? Да. Жрачка, жрачка. По еде, как у нас там обстоит дела? Обстоит дела неплохо, но уже подзаканчивается. Давай зайдем, посмотрим, что там у нас. Да, я вот, кстати, еще помойка там. Можно заглянуть в нее. Помоечки. Уже вторая серия игр. Бакалавруша. Надо помоечки собирать. Помоечки хорошо. Ну что, есть у тебя что-нибудь? Нарубил что-нибудь? О, молоко дешевое, смотри. А что такое дешевое? Прокисшее, что ли? Да, какое-то оно прокисшее. А что за херня такая? Сухари возьмем. Да все забирай. И хлеб возьмем. Давай все заберем. Действительно, есть. Пупок, ты что-то молодец, продешевился. Прям у него сегодня цены нормальные. А если еще зайти, у него будет еще что-нибудь? Нет, не будет. Все ж взяли. Вот там стоит охрана. Значит, там что-то у нас не то с районом, да? И там зараженная территория. А вот там аптека. Вот мы в аптеку в ту и пойдем сейчас. Сейчас сходим в ту аптеку. Нам уже все, здоровье надо лечить. У нас оно все падает. Без и денег падает. Мы не останемся, если чтобы бандюк. Бандюк будет. О, привет, крыса сзади, шуба. Вот этих девушек вообще их почти не видно на улицах. Вот, Первый раз мы видим ее. Первый раз мы видели ее мертвой, сердце. Крыса. Крыса куда делась? Тихо, тихо. Она какая-то... Ой, ножка болит. Бей. Она делала вид, что нас не видит, понимаешь? Долбаная шваль. Смотри, еще вторая. Да ты задал... Пойдем в дверь зайдем куда-нибудь. Нахер не нужно. Ой, лучше сохраниться. Лучше сохранить. Ё, как он высокий. Ой, бегает. Кто-то плачет. Кстати, а куда эта девушка делась? Не знаю, убежала. Убежала, действительно. Навалила и убежала. Странно вообще. Может, какая-нибудь Шабна-Кадыр бегала тут? Эй, глиняная людоедка. Шабн-Кадды. Вот у него, кстати, продаются сколько их? Сколько? Таблеток нормально, да? 14. Нам не хватает сколько? Много. 11. 11, да? Нам... Ну вот. 41 у нас, 9 штук хватает. Да еще 9. Сохраняться будем или нет? Давай посохраним здесь. Вот, ну потихоньку вот у нас пошла движуха какая-то. Движуха? Да оно у нас все время в море идет. Да, все время мы куда-то продвигаемся. Туда ли мы вообще продвигаемся? Водичка, ой, хорошо, вон алкашек наш ходит. Пойдем бинтик возьмем. А нет, это Брэд Питт, а это миллиардер. Это миллиардер. О, там бандюган ходит, кстати. Где? Он прямо идет. Ляп. О, нож пнул. Давай. Yes. Ой, его кто-то другой бьет, смотри. Сейчас мы тоже вступим. Как так можно не видеть, что его сзади бьют? Кабдец. Он просто давай. Настолько увлечен. Ой. Не понимаю, почему он бандита не бил, а нас сразу начинает бить. Хорошо, что я сохранилась.
Ага. Хорошо, что сохранилась. Да, хорошо, что я сохранилась, действительно. А спасибо кому? Тебе спасибо. Ми! А, ну мы же здесь и сохранились, смотри. Мы же тут рядом и сохранились. Так, так оно и есть. Давай бандита. Почему бандит нас кокол? Может, его из нога надолбанул? Водичку наливаем. А его теперь и не будет. Сюжет поменялся. Почему он там сражается? А, точно. Ну давай. Сейчас он только на другого. Он сейчас с этим сразится, пусть он. Нет, он его не убьет. Это навряд ли. Того нереально убить. Кукарямбу. Петушка нереально. Что ты говоришь? Петушка реально убить. О, сейчас на этого, на Брэда, да, пойдет? Сейчас он на Брэда пойдет, да. На нас. Ну, как ни странно, он пошел на кого-то другого. Да ну что за хрень? Такое-то? Возьми, возьми двухстволку, долбанит его один раз. Сильный бандюка. Ну что, здоровья, что ли, так мало, как в детстве? Да, очень мало здоровья. Поэтому я и говорю, нам надо лечиться вообще. Пойдем в психиатрическую больницу. Пошли тогда с нога надолбани его один раз. Пока он жарит того, ты раз, два, три. Видимо, надо вовремя отбежать будет, ё-моё. Так, убил, смотри. Где наш наган? Хватит у нас? Сколько у нас? Одна пулька? Ну нет, наверное, не хватит. Надо ножом будет его резко бить. Подальше стой от него. В голову. О, зашибись, смотри, одной хватило. Спасли того... тебя. Пупок, мы тебя спасли. Хоть бы сам бы деньжат подкинул. Деньжак. Деньжак. Ой, слушай, какой ты дурачок, а. Так, бери стволку. Это что такое у нас? И нож бери, нож бери. 44-48, ну давай такой возьмем. А что там с ними он так? Не очень прочно. А, этот к нам идет, смотри. Пойдем. Пойдем отсюда, действительно. Плащик к нам идет. Идет? Органы, мы у тебя органы все. Спасибо, еще и заразили. Давай-ка я сохранюсь на всякий случай. Не, подожди, стоп. Ты можешь с этого сохранения раньше начать. Ты же недавно здесь сохранился. Вот с этого давай. Опять его бить, что ли? Его не надо бить. Ты уже сохранилась, по-моему. Если нет, то тогда... Мор у нас. Сохранялкин. Кава. Давай грузи быстрее. Все встало, игра. Кабздец. А нет, пошла. Красная кровь. Ты убила его уже. Все, не надо. Видишь? Вот и все. Там что они друг на друга-то идут, смотри. Сейчас весь хрень будет какая-то туманная. Аккуратно, не везде здесь шарится. Туман. Да, а это так да. Побежал с головой. Ох, мама, меня выручили, я миллиардером все-таки остался. Нужна пустая бутыль. Так мы сейчас. Куда? Откуда? А там что, может туда сходить? Давай туда сходим. Только потихонечку, если что, резко назад включай. Че? Кто-то там. Из-за темноты непонятно, зараженная эта территория или нет. Когда 12 часов пройдет эти уже? Сколько времени-то уже идет? Здоровье, труба вообще. Оно, кстати, еще больше уменьшается, знаешь? Вот, кстати, мистер Бинт идет. Мистер Бинтик. Давай, Бинтик, дай нам чего-нибудь. Давай побольше всего. Пока ты не пей, выпьем. Пить хочешь, изволь. Есть, о, все а есть. Так... А у нас ничего нет. Поменяй ему на что-нибудь еще. Почему именно на бутылке-то? Дай ему две бутылки и какую-нибудь. Если я сейчас найду здесь в окрестности. Будешь лечиться. Какую-нибудь помойку и. Две бутылки надо. Вот там, например, какая-то помойка стоит. И если он не уйдет никуда, то мы можем успеть. Сколько там? Две бутылки нам не хватало. Да. Бутылочка. Одна. Ну только одна, видишь, все равно не набрать нам. Да. Давай сюда прогуляемся, ладно уж. Вот. Чем там будет? Привет. Ходит. Че тут гуляешь? Че надо? Не осуждай нас за распущенность. Такие у нас нравы, такие обычаи. У меня и в мыслях нет. Ну и хорошо. До свидания. Давай помочка рядом с моей помочкой. Вот она. Есть?
Тьфу, иголочка. Почему кишки нельзя менять с этими, с почками? Давай-ка мы сейчас немножко подлечимся. Давай и сохранимся здоровыми. Угу. Вот, бинты, хорошо. Они лучше все-таки, наверное, восстанавливают, чем жгуты. Ага. Ну почему у нас фриз так гасил? Бинтуют, да. Так потому нам что, здоровьишка маловато. Надо найти еще эти таблетки, что ли? Да, нам надо найти таблетки. Вот мы, кстати, уже недалеко от нужной нам аптеки. Я думаю, мы там еще одно лекарство возьмем, которое во время сна нам здоровье, да, подлечивает, наверное. И ляжем поспать, отдохнем. Хватит уже ему бегать. Главное, патрончиков побольше брать. Вот аптека. А это мясо было или что? Это вообще одежда. А шмотки, да. Жизнь. Даже шмотки есть. Вот там, кстати, дерутся. Давай. Давай подсохраним. Возможно, я уже не успею. Почему они долго дерутся? Лишки. Хочешь, возьми двухстволку. Если я отойду подальше, он меня может и не заметит. А я присесть можно? Так, у нас 5 бутылок. Куда он пошел? Сейчас он может кого-то встретить и побежит драться с ним. Жесть, какой же он. Да, или на нас. Да, это ты. Тогда давай этот долбанем двухстволку. С одного патрона в голову. Не хочешь деньжат подзаработать? Хочу, конечно. Сразу пошла. Тогда двухстволку берем и в голову. Если, он... если я попаду, а я не знаю, а почему? Попаду я или вот нет. Здесь тогда на свет, давай аккуратно. Вот прицел у нас есть, да? Где он там? Вот, вот точечка. Тихо-тихо. Давай! Есть! Вот так. Ух ты, ёп. Что даже... у него такое? Смотри, что-то у него с глазом, видимо, что-то повредилось. Даже зубы вылились. 324. Ну вот мы, считайте, восстановили то, что мы продукты купили, да? Да. Мы сейчас за эту ночь все это и вернем. И можно сохраниться опять. Здоровье даже не потратили, вообще отлично. Даже наоборот набрали. Вот наши таблеточки. Такие вот у нас блуждания получаются, но лучше поблуждать, наверное, все-таки и пособирать что-нибудь. Ну давай, кореш. Есть же. О, ты только проснулся, видимо, какой-то прям и заспанный. Все, нам хватит. 50 точно будет. Забирай сколько все. Сколько там надо? И себе оставим. Да все, забирай. 47. Ну давай пусть 51 будет. Ну пускай одну хватит. Одну это занюхаем. Что такое Мирадорм, а это Новокаин. Да. Нам может и то, и другое понадобится. Так что забираешь? Давай возьмем это. Это. И что у нас еще есть? У нас есть два ножа. Зачем нам два ножа? Отдадим один. Давай, отдай. Один нож отдаем. И что еще можно взять? Вот эти синенькие. У нас есть таблетки? Нету. Синеньких лучше бы взять, потому что они нам тоже инфекцию вылечивают. А муж есть? А вот это я не знаю для чего. Тоже иммунники, да, какие-то? От них и повышает иммунитет. А это иммунокорректор. Хорошо повышает иммунитет. Передозировка, ой, нет, для иммунитета нам ничего не надо. Иммунитет, он сам восстанавливается, с ним вообще, я считаю, париться не надо все-таки. Это даже если он и маленький, он все равно восстановится. А вот здоровье, вот как раз-таки надо поправлять. Хочешь этого или не давай хочешь? Давай мясо. Давай, вашу работу сделаю. А у нас только 4, а он может да уметь. Нам не нужен револьвер, револьверные нам не нужны. Да, нам нужен какой? У нас супер... Бандитская зона. Как она называется? Видишь, обрез, пожел... короче. Да, пожелтело все, видишь? Да, да что? Крыса. А почему крыса? Крыса тоже бандит, что ли? Крыса тоже. Она куски мяса ворует из нас. Вот там бандюган стоит, я его уже вижу. Блин. Петька, и давай сбегай. И вон еще, смотри, стоит. О, во, о, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. А? Не пойдем? Пойдем. Так, да что такое-то? Все не кнопок помню. Куча, конечно, я бы попал уже прав. Все, выбрали, бежим. Блин, ну что если там? Успею, если не успею, то... Потом и второй смотри. Давайте подальше друг от друга держитесь, чтоб... Блин, ну что, гасить будем? Делать? Будем гасить. Гасим. О! Не, он все равно за нами. Я-я-я, коколь... Чё это за хрень? Есть!
Yeah! Какие мы молодцы, да? О, хорошо, сохраняться, главное, тоже вовремя. О, хорошо. Прям радуешься, не нарадуешься, что вот... Деньжат, так, когда только что купили, фиг. Так, а у тебя можно 34 монеты спереть? Он все-таки его убил. Бедный наш Петюнчик. Петька ты наш. Давай сходим тогда поспим. Да. Наверное, уже пора бы, да? Начать следующий день. А сколько времени? Чего не начался-то? Времени сейчас 2 часа ночи. Чего? Еще только 2 часа прошло, да? Судя по моровскому времени. Я думал 8. О, у нас, кстати, смотрите, это у нас такое место, как же это называется, паранормальное, да? Да. У нас здесь все такое красивенькое, призрачное становится. Видите, как будто обводочка такая. Не знаю, может быть, это специально так делается? Что за глюк этой игры? Ну, вот такой вот он у нас прикольный становится. Это можно взять? Нельзя. Тогда мы просто сейчас в дом, да, сходим в дом ближайший, там уже поспим. Есть что-нибудь? Печки есть? Ой, печки. Печёнка. Почки, да. Какие отвратительные, они себе какого-то фигового цвета, да. Ну, заражённые, естественно. Да у нас уже этих почек, что с ними делать? Интересно, в чем он эти органы носит тут? То есть в какой-то мешочек собирает? Да у него мешок сзади, такой рюкзак. Или какой-нибудь рюкзачок, действительно. Идет такой мясник с почками. Да, такой идет, вырезает у всех. Привет, ты нам не нужна. Да, не надо. Мы спать к тебе пришли. Просто так вот зашли и все. И легли. А, нет, кстати, еще забыла. Ой. Что там упало? Капслок. Что у тебя пальцы такие? Капслок упал. Капслок отвалился. Да. Кое-кто у нас тут бьет иногда клавиатуру. Кот бесит, да, что ему, да, есть не даёт. Мирадорм, новокаин. Хороший местный анестетик. Отлично восстанавливает силы во время сна. Сила или здоровье? Нам нужно здоровье. Здоровье. Вот, для здоровья нам эта штука нужна. Для сохранения. И теперь... И спать. Спать. Ой, хорошо. 5, 6, 7. Все, здоровье у нас жрать хочет. Суперское. Медикаменты, провиант. Сухарики, да? Будем есть. Провиант. Съедим кусок мяса, яйцо и молоко, наверное, да? А, или не надо? Не надо? Не надо, все нормально. Ну и не надо! Шоколада! Все, и сколько мы поспали-то? Это сколько 4. Было? 6 часов утра. Записок не было, так что мы еще поспим, наверное. Еще ё. Что-то мы опережаем события, что ли? Не, ну если делать-то нечего, то тогда можно и поспать, почему бы и нет, да? Час. Давай, 2 часа. Ой, хорошо. Наступило утро 5-го дня. Заразились 114, умерли 86, пропали 28. Вам не одолеть этого врага, до конца осталось меньше 8 дней. И пришла записка. Давай посмотрим. Записка. Приглашение бакалавра. Животворная среда. Важно. Я нашел, похоже, животворная среда, содержащая антитела столь нужные нам для работы, существует. Решение страшное, но нам не привыкать. Оно в традициях вашей фамилии. Приходите, обсудим. Умоляю, не медлите, отложите все дела. Мое положение меняется к худшему. Времени почти не осталось. Пойдемте. Пошли тогда. Пошли, бакалавруша. Когда мы играли за бакалавра, вроде как его тоже все ненавидели, этого бакалавра, все его обманывали. Да. И он с Гаруспиком, он вообще не ладил, по-моему. То есть Гаруспик там что-то на него точил зубы, этот на него точил зубы, да. А здесь он его все время вызывает, просит прийти, то есть как-то они как друзья как будто бы общаются. Ну, это хорошо, наверное. Друганы! Вот оно, наше место, вот это вот. Непонятное, светящееся. Как нам, судя по карте-то, идти? Вот здесь мы находимся, значит, нам вот сюда, а вот так. А как узнать, что там бакалавр? Бакалавр? А он у Евы живет. Да? В доме у Евы. Ну, если он, конечно, никуда не ушел. Но он сказал... Да, он всегда на месте стоит. Да, он сказал приходить. Так, у нас уже 6 бутылочек. Ну, может быть, ему сейчас как раз и понадобятся эти таблетки, а мы их отдадим. Да, вон бинтовский ходит, а у нас вода не наполнена. Вода не заполнена. Что
что-то хочет. Зайдем в аптеку. Что здесь жгут. У нас? 11 жгутов, охренеть. Смотри, сколько стоит. 840. Дорогая такая аптека, вообще, если честно. Пок, ты что такой жгут ты себе? Намела метла. Здесь воду можно налить? Нельзя. Водички. Водички начнет, все. А ой, по-моему, в какой-то день мы там воду наливали из того крана. Она везде стоит, да? Вот такая питьевая вода здесь налево, направо. Вот мы в городе тогда идешь в городе, и у тебя такие краны стоят, где воды можно попить. Вообще прикольно было бы. Да. Но такого нет. А то сейчас одни эти гипермаркеты понастроили, и, блин, стой там в очереди по 2 часа, чтобы воды купить. Так, о, это что такое? Накипятил, взял и пошел перейдет огодище. Ну и так можно. Мяска, да, что ли, долбанен. И мясыч. Мясыч! Есть что-нибудь? Сухари. Хлебушек есть, да? Да что ты со своими сухарями-то ешь? Хлеб пригодится, сегодня только съели. Насушился. Целый хлеб. Он съел целый хлеб с целым куском мяса. Крафтец. Но зато ему хватит этого на целый день. Такому огромному, как он, это точно. Идем поколоша. Тебе ответили. Да, идем. Собачий. Угу. Монетки собрали 3 за год. Кто-то поет, слышишь? Не. Вот мы и в другом районе, да, уже оказались. Встал, постоял, подумал. И пошел. И пошел, да. О, водичка, водичка. Мы сейчас как раз нальем. А вон там, ой, хорошо. 3, или сколько там, 3 бутылки, да, налили? 8 бутылок у нас, по-моему. Ну что, идем к бакалавру? Идем, да, поговорим с бакалавром. Поговорим, помычим и... Вон скамеечки стоят, да, все как цивилизованно. Да. Все как-то вот место вроде есть, и вроде все есть. Телефонов нет. Записки какие-то приходят все время, кишки. Как-то сами собой, да? Угу. Ну где там он спит? Там. Ой, то есть не спит, а стоит. Уже как-то музыку начинаешь тут запоминать. О. Естественно, уже сколько играем? 1.5 года заиграем. Ага. 1.5 или больше года? Не знаю, наверное, да. Ну такая вот длинная эта игра на самом деле. Ну надо играть, надо нам... пройти за всех. И поэтому и придумали 3 сюжета, чтобы игра была подлиннее. Угу. Не, ну, я думаю, может, кто-то сыграет там одну историю, да? Ну, в принципе, сюжетная линия одна и та же идет, город заражается, все там вроде то же самое. А-а-а. Ох, а еще эти огнеметчики придут сюда, помнишь, они там, да, тоже нас стреляли. Тоже проблемно было в некоторых местах с ними. Ну, где наш бакалавруша? Куда ты подевался-то? Мы должны побледнеть, отдать таблеточки, ты их переваришь. И скажешь нам... Фонарик стоит. На чем-нибудь, на другом языке, под таблетками. А вот и дом огромный. Без телевизора, без дома, с пустыми тарелками, без унитаза. И без ничего. Ну давай, комиссариат. Как-то постарел, что ли, мне кажется. Извини, но у меня ждет работа. Ты удачлив. Ты счастливо избежал тюрьмы. Вот только надолго ли? Кому ж я понадобился-то, ёп? Все инициативы такого рода исходят от коменданта. Я попробую воспользоваться своим влиянием на Александра и оградить тебя от дальнейших преследований. Но гарантий дать не могу. Ничего, обойдусь и без гарантии. Я искал тебя. Why? Ой, зачем? Нам нужна ткань больного с высоким содержанием заразы. Лучше всего, если это будет сердце, причем живое. С момента излечения ткани из тела должно пройти не более 1/2 часа. Стадия заражения должна быть ранней, до того, как она перейдет в критическую. Ты шутник, Айнон. Считаешь, что я раскрываю людей до своего удовольствия? Отнюдь. Сердце мне нужно, чтобы сделать защитную вакцину. Думаю, это в наших общих интересах. Мне нужно сделать панацею, сыворотку. Это не одно и то же. Мне нужна зараза.
тебе полезные антитела, которые вырабатывают живое существо. Полагаю, что среда, в которой существует и то, и другое, это кровь человека, которого болезнь еще не успела сожрать. Не успела именно потому, что антитела сдерживают развитие микроба. Ты считаешь, Айно, что люди умеют бороться с песчаной чумой? Ходит слух, что почти не умирают коренные степняки, мясники и танцовщицы. Ваши бычьи погонщики, как их там? Но это не значит, что они не болеют. Скорее, по каким-то причинам болезнь у них не размножается. Наверняка в их крови что-то вырабатывается. Я понял твою мысль. Мясники, невесты и одонхи. Интересно, почему? Да, закономерность тут есть. Жаль, что сейчас все они заперты в термитнике. Интересно, а вдруг все эти тысячи живы и здоровы? Проверить бы, но это я возьму на себя. Сейчас ты нигде не найдешь мясников. Все, кто сумел вырваться, бежали. Нет, я слышал, что бежали не все. Одна ядоносная особа точно занимается укрывательством. Ее зовут Аспина. Танцовщиц степнячек обычно можно застать в кабаке, но кабак курятник Андрея Стаматина, черта с два их там вскроешь при нем. Может, она одна-две и ходят снаружи? Хорошо, я найду кого-нибудь. Все. Аспина, да? Это вот у нас главное задание, и сейчас ли уже закончу. Вот. У Аспины каждый беглец на счету. Может быть, есть и среди них, и те, кому жить надоело. Стоит спросить. Кого? Этот притон рабочего люда. Раньше он назывался Голгайхен. Теперь называется по латыни. Тут всегда можно найти танцовщиц камлательниц. Зашлись. Вот, и значит, мы должны найти живых, да, так сказать, живую кровь, только зараженную, свеженькую зараженную кровь, да? Да, лишь. Вот, ну что тогда, в следующей серии уже будем это будем искать. Искать зараженную, да, свежую кровь. Вот. Это что, получается, вскрывать будем опять, да, как тогда, да? Бакалавр попросил его. Да, он попросил, помнишь, да, договорился с ним встретиться, а тот зарезал для него какую-то. Кобдез, да. Да, вот упыри убийцы. Подписывайтесь на канал, где рука. Че? Ну, я говорю, я не знаю, может быть, надо, не надо будет убивать. Что тебе надо? What do you want? Дайте нам закончить. Подписывайтесь на канал, чтобы делать рукаточка, я чувствую, ставьте лайк, всем удачи, пока с вами не прошли. Пока.